сегодня воскресный день. Гуляем потихонечку, не шумим. Ну, бывает. Яблочко хотят забрать у Суси. Суся, скажи, только заберу. У меня раз забирают, раз подошел, забрал. Нет. Купидон порядочный парень. Да, моя зайка. Купидончик. Какой же ты дончик. Коготочки подстригли вчера, конечно. Теперь красивую Жаночку. И Жаночки подстригли. Всем подстригли. У всех выросли. Только стригла вроде недавно. Так время бежит. Вот так, за хвост. Вот это любимая игра у Инги и у Шагане. За хвост тягать. Хочется показать именно тех малышей, которые в поисках папы и мам. Смотрите, они выглядят достаточно уже такого же размера, как и взрослые, потому что они закончили свой рост, и больше они уже не будут. Это Шато и Эйлин. Купидоновичи. Купидоновичи. Ой, чё. Ой, красивый чук. Инга. Веселые, здоровые мальчишки. У меня бывает, говорят, почему вы их показываете на руках? Покажите в стойке. Посмотрите лучше, как они бегают. Стойку поставить собаку, конечно, не вопрос. Но лучше, наверное, посмотреть, как они играют. Как они бегают в жизни. Да, вот такие, скажем. Это гораздо продуктивнее получается осмотр, чем влепить собаку на стойке, сделать одну стойку и одну фотографию. Да. Ну что, гуляйте. Да? Шаман, ты пойдешь со мной? Шаман идет ко мне? Шаманушка, иди ко мне. Ты пойдешь со мной? А куда пойдем? Куда пойдем, знаешь? Куда шаманчик пойдет? Шаманчик куда пойдет? На ручки пойдет? Идет на ручки шаман? А, Роликс хочет пойти. Нет, шаман идет ко мне на ручки. Вот так умеет шаман. Вот так. А Тарантинка пойдет со мной? Тарантинка. И Тарантинка потом пойдет. Да, все пойдут. Иванушка. Вот и чудо. Красота.